Спасибо, что вы с нами. Ваш тарифный план – мой разговор. Спешим напомнить. Послезавтра ночью произойдет очередное списание абонентской платы в размере 240 рублей. Не забудьте заранее пополнить счет. Понятно. Мы расскажем про стоимость звонков и СМС на вашем тарифе, а также о том, как его использовать. Вы выбрали соединение с оператором. Если у вас вопрос о номере, с которого вы нам позвонили, просто оставайтесь на линии. Если у вас вопрос о другом номере, дайте нам знать, нажав клавишу 1. Сотрудник Теле2 уже спешит на помощь. Будьте готовы сообщить серию и номер паспорта владельца сим-карты или ПАК-код. Обращаем внимание, разговор может быть записан. Анна, здравствуйте, слушаю вас. Оператор, здравствуйте. Я вот что-то спросить хочу. Какой вопрос у вас? Так, а случайно у вас нет такой услуги безлимит на Инстаграм? К сожалению, нет, у нас безлимит на это приложение нет, социальная сеть. У нас только ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, в WhatsApp и в Вайбере. И отдельно можно подключать безлимит на YouTube. Либо также Яндекс. Безлимит на YouTube, но мой онлайн только. Да, только мой онлайн и мой онлайн плюс. Все. А вот что такое услуга безлимит на звук? Безлимит на звук, то есть вы можете сказать приложение Теле2 звук. И там будет у вас бесплатный трафик. То есть трафик, который дается в гигабайт, не будет у вас теряться за абонентскую плату 99 рублей. Ну, понятно. И также Теле2 ТВ можно подключить, потому что там трафик интернета не будет расходоваться за абонентскую плату. Угу. Еще вот вопросы у вас. А вот тариф мой Теле2, что такое? Тарифный план мой Теле2? Да. У него абонентская оплата посуточного действия, то есть у него списывается раз в сутки 10 рублей и дается вам 10 гигабайт интернета плюс безлимитные соцсети. А на Теле2 так звонить бесплатно, на других операторах 1,5 рубля минута домашнего региона и СМС также 1,5 рубля. Понятно. Спасибо за обращение. Всего доброго. Буду общаться.